Главпахари представляет. Концептуальный трактор Kubota X. Японский производитель Kubota представил новую концепцию трактора в серии X или Dream Tractor. Модель футуристического дизайна является полностью автономной машиной, обладающей искусственным интеллектом, и по заявлению компании Kubota представляет будущее сельского хозяйства. Искусственный интеллект применяется для контроля погодных условий и оценки динамики роста сельхозкультур, а также самостоятельного принятия решений о необходимости и целесообразности выполнения операций по обработке почвы, посеву, сбору урожая. Автоматизация управления обеспечивается системой GPS, бортовыми датчиками и камерами, что позволяет ему автономно работать на любых полях. Робот Kubota X имеет 4 независимых гусеничных двигателя с электроприводом, что позволяет регулировать скорость вращения каждой гусеницы и минимизировать радиус поворота. Также имеется возможность регулировки клиренса для обеспечения дополнительной устойчивости при высоких тяговых нагрузках или работы в высокорослых посевах. В качестве источника энергии выступает комбинация литий-ионных аккумуляторных и солнечных батарей. Самые свежие обзоры сельскохозяйственной техники на канале «Главпахарь».